Компания СУЭК финансирует зарплату школьникам. Поучаствовать в летней трудовой смене могли школьники от 14 лет в Черногорске, Алтайском, Бейском и Усть-Абаканском районах. Преимуществом пользовались родственники угольщиков. Роман Высотин из Белого Яра третий год работает в таком отряде. Мы убирали береговую линию, помогали нашей школе, помогали ветеранам, ходили по селу, там мусор собирали везде. Всего в летней трудовой смене участвовали около 100 подростков из 4 территорий Хакасии, в которых действует предприятие СУЭК. Трудились школьники неполный рабочий день, так что времени на отдых было предостаточно. У меня время было, на все хватало. Я и поработал, и домой пришел, и погулял, и помог родителям. Усть-Абаканский отряд несколько дней работал на благоустройстве районного мемориала памяти. Юные суэковцы приводили в порядок плиты, остальное время помогали в ремонте школ. Зарплата вполне достойная. Получили в размере 10 тысяч зарплату. Потратила большинство на школьную одежду, ну и купила маме подарок. Сегодня представители руководства компании «СУЭК Хакасия» вручили подросткам первые в их жизни трудовые книжки с первыми записями. Указана профессия и стаж – месяц. Мы для своих ребятишек говорим, что каждый путь начинается с первого шага. И вот этот вот трудовой сезон, для них это первый шаг. Этот сезон они провели на благоустройстве своих территорий, во благо, так скажем, своих городов, поселков, сел. Ну и прославляя, так скажем, имя нашей компании. Ожидается, что следующим летом СУЭК продолжит традицию по организации работы школьных трудовых отрядов. Виктор Лушников, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.